С каким видом спорта вы можете сравнить наш бизнес? Я всегда сравниваю сетевой маркетинг с марафоном. На старте все амбициозные и полны сил. Но уже через пару километров становится ясно, что за пару минут эту дистанцию не пройти. Как и во время любого марафона, в сетевом маркетинге мы обязательно будем проходить через различные периоды, через различные эмоциональные состояния. О ваших эмоциях и внутреннем состоянии сегодня мы с вами поговорим. Ощущения радости и счастья будут сменяться страхами. За ними будут приходить сомнения, разочарования, отчаяния. Мы можем долго рассуждать о том, почему же это происходит с нами. Кто-то будет считать, что причиной этому врожденный психотип, характер. Кто-то будет ссылаться на свое окружение, будут и те, кто все спишет на полнолуние, а кому-то покажется, что все пройдет, когда появятся хорошие результаты. На самом деле, вы никогда до конца не сможете понять то, почему у вас тот или иной эмоциональный настрой. Ваше внутреннее состояние столь неустойчиво, это зависит от многих причин. И даже не важно, достигли вы какого-то результата или нет. Совсем не важно. Также и то, что вне зависимости от того, есть удовлетворяющие результаты или их нет, вы будете всегда чувствовать себя по-разному. Ваш настрой будет меняться. Ну и что с того, спросите вы? Какая разница, как я себя чувствую? Главное – дело делать. С одной стороны, это так. Но с другой, именно наше умонастроение и эмоциональное состояние оказывает самое большое влияние на результат. Это невидимая часть айсберга. То, что не подвластно нашему взгляду, нашему пониманию. И зачастую пониманию того, как устроен этот мир. Наши эмоции либо усиливают действие, либо сводят на нет все старания. Это как соус, который всегда есть и который способен либо украсить или испортить любое блюдо. Наше эмоциональное состояние притягивает в нашу жизнь события того же, что и наш настрой порядка. Невозможно заправлять салат горчицей, а на выходе получить салат с соусом в тысячу островов. Испытывая те или иные эмоции, мы запускаем внешний механизм, который притягивает к нам результат или событие, окрашенное в тот же цвет. Злость, ненависть, отчаяние, зависть, обида, гнев, ревность, негодование, апатия. Неважно, чем вызваны эти эмоции, они всегда будут притягивать в вашу жизнь события, которые соответствуют этим эмоциям. Конфликты, потери, неудачи, болезни, травмы. И наоборот, эмоции высокого порядка будут притягивать события, которые соответствуют эмоциям данного высокого порядка. Раньше я не верил во все это, но сейчас я подчинил этому всю свою жизнь. Моя жизнь изменилась. Большую часть жизни я вообще прожил, не задумываясь об этом, не осознавая это, и поэтому мало чего достиг в этой жизни. Но сейчас давайте поговорим о том, каким же образом мы можем улучшить наше эмоциональное состояние, поднимать свое умонастроение, которое время от времени будет окрашиваться в серый цвет, в черный цвет. Вот каким образом поступаю я. Первое. Посещаю все события лидеров и компаний. Это совет на многие случаи жизни. Но нет ничего более эффективного во время марафона, когда мы тратим массу энергии на кандидатов, во многом негативно настроенных людей. Чем эмоциональная заправка сильнее, я имею в виду события, мероприятия, чем она происходит чаще, тем лучше это будет влиять на вас. И тем лучше это будет помогать вам прийти к лучшим результатам в жизни. Второе. Ежедневно слушаю и читаю историю успеха в MLM. Историю успеха в своей компании. Пример успеха других людей – это пример того, каким образом могут сложиться и ваши обстоятельства в жизни. Может сложиться и ваша дорога к успеху. Не пренебрегайте этим инструментом. Собирайте и изучайте историю успеха. Третье. Я работаю с целями. Ничего не поднимает нашу энергию так, как работа с целями. Смотрите, перечитывайте, обновляйте, мечтайте. И еще раз погружайтесь хотя бы 1-2 раза в неделю в разбор своих целей. Нет ленивых людей. Есть люди, которые не имеют мотивирующие их цели. Правильные, поставленные определенные цели, они всегда будут мотивировать вас. Четвертое. Я стараюсь мыслить, говорить и действовать позитивно. Любой негатив с нашей стороны направлен на то, что мы пытаемся изменить мир. Мы его не принимаем таким, какой он есть. Мы начинаем разрушать этот мир вокруг себя, а значит, расходуем колоссальное количество жизненной энергии. Любые мысли, любые слова, любые действия –
все, что имеет негативный оттенок, направлено на разрушение мира. Это не принятие мира, и мы тратим на это колоссальное количество энергии. Пятое. Не осуждаю, не обвиняю, не обсуждаю кого-либо в негативном свете. Вообще стараюсь не этого делать. Скатываюсь иногда, конечно, но всегда возвращаюсь к тому, что эта хрень отнимает у нас кучу энергии. Особенно, когда речь идет о компании, спонсорах, партнерах. Доставка не та, продукты не те, организовано не так, не помогли, не научили, не сделали, не провели баллы, встречи, старты и так далее. Забудьте обо всем этом. Перестаньте ныть и думать о том, что это каким-либо образом сможет помешать вам в бизнесе. Перемывание костей другим людям и осуждение действий других людей может все остальное, все, что вы делаете, свести на нет. Перестаньте заниматься этой ерундой. Шестое. Не смотрю новости и не советую вам этого делать. Иногда смотрю телевизор, но новости не смотрю. Перестаньте загружать себя информацией, которая разрушает нас изнутри. Седьмое. Общаюсь с людьми, которые достигли того, к чему стремлюсь и я. А также с теми, кто дарит положительные эмоции, например, дети. Если эти люди начинают ныть, а они иногда начинают ныть, то я им говорю: стой, давай мы сейчас начнем какой-то другой разговор. Останови свой поток мусора, я сижу на диете хороших новостей. Ваши эмоции можно сравнить с цветком внутри вас. За ним нужно каждый день ухаживать, над ним придется много работать. Успехов вам в бизнесе, хорошего вам настроения, хорошего вам ума настроения. До скорого!